Безопасность детям. В трех образовательных учреждениях Ненецкого округа установят системы безопасности контроля и управления доступом. На эти цели будет выделено порядка 4 миллионов рублей. Денежные средства на дополнительное усовершенствование систем безопасности были сэкономлены в ходе торгов по закупке оборудования в компьютерные классы школ округа. Ольга Русул продолжит. Планируется, что современные системы безопасности установят в трех образовательных учреждениях – Центре развития ребенка, детском саду «Сказка», средней школе номер 4 и Искательском детском саду. Сейчас, бывая часто в третьей школе, понимаю, что эти системы безопасности должны быть. Там, безусловно, стоят такие охранники молодцеватые, но хотелось бы, чтобы современные вот эти электронные компьютерные системы безопасности работали. Чтобы родители, отправляя детей в школу, в детский сад, были абсолютно спокойны, что никто не проникнет в эту школу, что их дети будут там накормлены в тепле и будут учиться. Экономия бюджетных средств составила порядка 4 миллионов рублей. Этих денег хватит на то, чтобы обеспечить системы безопасности, контроля и управления доступом три образовательных учреждения. Мы уже посмотрели в соответствии с экономикой, которая осталась, чтобы снять вот эти скуды, так называемые, в этих учреждениях и обеспечить полностью безопасность детей, как вы сказали, в этих учреждениях. Система контроля и управления доступом – это совокупность программно-аппаратных технических средств контроля и средств управления, имеющих целью ограничение и регистрацию входа-выхода объектов, людей, транспорта на заданной территории через точки прохода двери, ворота, КПП. Губернатор поинтересовался, согласны ли родители на такие меры контроля за их детьми. Три вот этих объекта – это только пилоты. Мы предусматриваем подключение дальнейшего электронного образования, и только тогда на электронный дневник будут приходить там сообщения. Плюс по востребованности, да, было с департаментом образования некий соцопрос по директорам, по родительским комитетам, что приоритетнее – походы в школу, там, питание там, в электронной. Вот они сказали, что им больше нужно. Как раз так, что родители «за». Таким образом, большинство родителей заинтересованы в появлении в образовательных учреждениях региона подобных систем безопасности. Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал «Север».